Мне стало проще ходить больше, например, да. Ну, ногам однозначно польза. Я худею, это моя большая мечта. Но как бы чувствуешь себя гораздо более в тонусе. Хуже гораздо от перемены обратной. Когда ты с велосипеда возвращаешься обратно на общественный транспорт, и вот тут, да, во-первых, ты опять затыкаешься в этих пробках, тебе надо ждать, все время быть в каком-то напряжении. А здесь ты сам себе хозяин, расслабленный. Самое главное – просто уметь ездить. Купил велосипед, садишься и едешь, и не бояться. Я какое-то время назад там, по той же дороге боялся, например, ездить. А сейчас я понимаю, что все страшного нет, и там гораздо комфортнее, чем на тротуаре, где ходят люди. Очень много водителей, процентов 90, которые относятся с пониманием. Да, они немножко перестраиваются от себя, чтобы тебе было более удобно ехать там. Они, ну, у меня не было никаких конфликтов никогда.